Всем привет, с вами Дзики, это новая серия в игре Happy Wheels. Признаться, в прошлой серии набрала за день нужное количество лайков, так что в этот раз поднимается планочка до 200 лайков. Да, блин, как-то даже не верится, то, что 200 лайков там уже. Да, в общем-то 200 лайков, то есть, кто не знает, то недавно, когда на меня подписался, тот я делаю серии раз в 2-3 дня по Happy Wheels. Вот, так что... Чтобы просто за эти 2-3 дня обычно такое количество лайков набиралось. А вот сейчас как-то прям быстро-быстро. Вот, ну давайте, собственно, начнем играть. Начнем по старинке, с классики, уровни, которые сделали для меня. Пишем сюда Дизик. Тоже как-то неправильно написал. Но надеюсь, да, нормально. Так. Итак, последний уровень сделал Virtus. Вот, Virtus Rus. Сейчас где-то тут нужно найти. Ё-моё, сколько уровней-то сделали. Ух, какие вы прям скорострелы, что. Хотя нет, так, стоп. Virtus Rus. Это вот Virtus Rus, вот этого уровня, значит, вот это вот следующий будет. Поиграй Q. В общем-то, Дизик пройди, сделан с непонятными ник циферками. Давайте, за папку привет, Дизик. Это секретный Q-левел. Зачем он Q пишет? Да. О боже, да, я чувствую секретность. Вообще прям на уровне спеца... Блять, еще и мина... Извиняюсь. Еще и мина тут. У меня просто... Уже нервы ни к черту после игрового вечера. Вы сами его увидите, он будет вечером. Было бы логично довольно. Да, я... Я прошел. Да, как-то даже странно то, что я его прошел. Да, и серьезно. Игровой вечер будет офигенный. Вот какой-то уровень Дизик Лол или типа того. Да что ж, ВДВ! О боже, нет. ВДВ уже не катит никак. Возможно, поскольку это американская игра, так что нужно говорить... Морские котики! Нет, тоже не катит. Окей, будем просто разбивать колесом. А может, можно еще там, типа, банзай. Сейчас попробуем. Банзай! Банзай сработало? Банзай сработал. Окей. Заводовая! Боже, ладно. Будем просто разбивать, это веселее. Хотя... Да. Знаете... Вот я даже не представляю, как бы папка выехал с сыном на прогулку, вот у него велосипед есть. Но на такой прогулке сынка видит очень много крови. Не то, что много, это очень много крови. Вот вы наверняка видите, сколько там... Тут руки оторваны, вот можно сынку выкинуть, об стекло смальнуть. Вот видите, что произошло. Я не могу, я чуть попозже, наверное, хотя ладно. Ладно, пробую пройти, как-то дохну все время от этого. Ох, боже. Надо было за кого-то другого играть. Окей. Разгоняемся. Опа, как... Слушайте, прям красиво так получилось. Разбивай стекло! Это как ломал стекло только. Да, разбивал. Так, ах ты ж... Противное стекло какое, а! Ну давай, эть... Так, стоп, я тебя что, разбить не смогу? Окей, и... разбил все-таки. Так, много телевизоров, много всего. Сейчас, наверное, телевизор разбить смогу. А нет, смог. Смог, я... я испортил телевизор. Оп, это как это произошло-то вообще? Что это вообще за уровень такой? Что тут нужно делать? За кого тут играть, написал бы хотя бы, блин, это какая-то херь. Вот у меня труп уже сынки, вот что мне делать теперь? Боже, похоже, папашка сейчас в запой идет. Так, ну, боже, ну проходи, тут какие-то японские магнитофоны чертовы. Боже, ты пролезешь? Нет, ты не пролез. Так, ну давай, окей, бум. Боже, нет, нифига не бум. Окей, бум! Да что ты... Окей. Сделаем немного по-другому.
Да, пробирайся, магнитофон с собой возьму. С собой магнитофон у меня есть. О, боже, я не знаю, что я говорю, как ты... О, боже, Origin. Так, Дизик, Epic Normal, и я, это ослик, я, похоже, мне сделал уровень. Рад, что тебе понравился мой первый левел, Epic Normal. Я сделал и все. Один удачи, а уровень от... Боже. Капитан, спасибо. Окей, пробуем. Ну. Чёртовый Happy Wheels не хочет грузиться. Неплохая попытка. Вот так я. О, боже! Окей. Я помню, нужно назад. Едем. Оп. Оп. Так, тихонько. А, у меня уже ног нету. Все лучше и лучше дела обстоят у меня. Боже, ну вот как теперь я буду кататься? Вот. Нужно... А, чертовы Happy Wheels. Я помню. То, что эта шняга тут была. А, лол, что? Помню то, что эта долбанная балка тут есть. Еще как помню. Боже, я помню все, я это... Боже, я опять помню, я помню, я просто на автомате поехал. Совершенно случайно. Я помню. Я пройду. А, там мина, точно. Я помню. Да черт, дебедири, на какой я скорости должен ехать, я помню. О, боже. Боже, кровь из попы идет. А, нет, нормально. Хотя нет, я на ежика немножко похож. Немножко, совсем на ежика похож. И эта нога мне немножко мешает. Да уж, я помню. Балка, я помню тебя. Оу, а где стекло? Так, тихонько. Ну, пожалуйста, нет. Да я еще и ляжку потерял. Да господи, кот, как это можно тут пройти? Вот сейчас... Да никак это нельзя пройти, блин, у меня какой-то брубыш после этого уровня остается. Не хочу, спасибо. Я честное слово пробовал. Так, ладно. И упростил свой левел. И... А, Дизик, при... О, боже. А, помню. Помню этот уровень твой. Помню. А, сейчас попробуем так. Все, тип-топ. А, упросил, спасибо. Так, окей, ждем. Пошла. Хорошо, хоть синхрон на этой шняге двигаются. Окей, едем, миним, мина, бум. Упростил, говоришь? Зашибись, как такое могло произойти? Упросил, говоришь, да? Ну что ж, это я еще раз, пожалуй, проверю. Да, как я угадал. Ты же его упросил, да, точно? Я прям вижу, знаешь, честное слово. Прям вижу, как он проще стал, прям в разы, честное слово. Прям уже даже не взрывается мина, да, действительно не взрывается. А, руки, где мои? А, нет, у меня руки как бы, у меня две или нет? У меня одна рука. Окей, пофиг. Уже ни одной.
Не, ну я не хочу, я не горю желанием перепроходить этот уровень, тогда я в прошлый раз с ним намучился, так что извини, чувак. Дизик Санта, нет, спасибо, оскорблять меня так, нет, спасибо. Что это, блин, за... Где, блин, олени? Где, блин, подарки? Что за черт такой? Двойка, потому что еще и негр вместо са. Хотя двойной расизм. Ну, какой маленький расист подрастает. Вот это интересно. Хотя мне кажется, ты где-то сплагиатил этот уровень, но если ты его сам сделал, то ты и молодец, честное слово. Оп, оп, о боже. Господи. Да уж. Немного сложновато, похоже, будет, но... Но ничего, я справлюсь! Я справлюсь! Нет! Ладно, я еще раз справлюсь. Неплохая попытка, да? Так-так, ну давай! Да, я это сделал. Так, о боже. Только ты не говори... Нет! Чёртова мясная мясорубка. Как-то странно прозвучало. Окей, Санта спасет всех. О-хо-хо, да, детишки, да, вон голова у меня сзади. Все нормально, все пучком. Все пучком, я сказал. Боже, ну Санта... Тупой Санта, а? Вот интересно, может, действительно для Санты был сделан уровень, потому что идеально подходит, как бы. О боже! Из-за тебя чуть Санта не погиб, сейчас погибнет! Да, погиб Санта, из-за тебя погиб Санта, вот что ты за создатель уровня таких? Из-за тебя Санта умирает, черт тебя дери. Молодец. Боже, у меня почему-то пробел, а вот, наконец-то заработал пробел, а то как-то жму, что-то как-то нифига. Юху! Оуч, мне кажется, вот все. А нет, можно еще. Можно выбраться. Ну, давай, давай, выбирайся ты уже. Нет, все. Похоже, выбраться уже не удастся. Я не могу пройти это тоже. Хотя нет, я попробую еще раз. Я обещал проходить большинство уровней. Потому что мы сказали то, что я как-то некоторые уровни не могу пройти, да, действительно, хотя это очевидно. То, что некоторые я пройти не могу, но я стараюсь проходить все, это доказательство тому. Где мои санки? Кто их сломал? Чёртовы засранцы. Ну, как-то много гарпунов-то было. Давай, взлетай, взлетай! Гравитация на нас не действует, мы Санта! О боже, кажется, игра уже лагает. Ну давай, взлетай ты, взлетай, чертов паршивец! Ты летать не умеешь, тебя санки твои уже не поднимают. У какой на печенюшках и молоке отрастил себе жирок такой, а? Прям летать уже не умеет, а? Ну давай, взлетай! Ой. О боже, ну пожалуйста, ну... От большого Санта осталось только маленькое сердечко. Окей. Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним. Ну, в моем случае на эльфах. Давай, тебе хватит чего-то там. На чем ты вообще катаешься? На снежинках, тебе хватит снежинок, чтобы доехать. Сейчас уже, хотя кризис все равно, но... Тебе должно хватить. О боже, камешки какие-то летают. О боже! Если Санта умрет, то это будет твоя вина. Эльф, ты слышал, да? Блин, да ты гребаный эльф. Ну вот и наконец-таки. Так, да хорош уже. Так, так, фу, Санта, фу! Гарпуны? Какие черты гарпуны? Это же Санта, тут гарпунов-то и... А, стоп.
То есть в последнем патче переделали, то есть Санта без этих ехать вообще не может, что ли? А, зашибись. Да. Про Counter-Strike Source приятно делать уровни, потому что ты проходишь, а не то, что этот User is Mount. Скоро уровень про Fallout 2. О, вот это будет интересно. А, Flatout. А, окей. Боже, я уже обрадовался. Раунд. Хэдшот. Второй раунд. Ах, вы засранцы! Маленький бибер меня из демки мочит. Ух, какие! Так, ну сейчас флешку кинем. Давай! Так, а как я должен это пройти? О, боже, у них писюня стрела. А теперь еще и задницы. Стрел. Как я тебя должен пройти, черт возьми? А, вот прошел. Так, ну что, вручную. Все, раскидали их. Бомба. Музон один. Боже. Скинешь потом сервер, где ты играл. Битва на ножах, окей. Вот это действительно интересно будет. А я типа что должен этот, как его выбраться, да? Ну ладно. Окей, я попробую. Ну давай, выбирайся. А, боже, нет, я не взял ножик! О, боже, ножик мой собственный ножик меня убил. Ну что ж, плохо, террорист вин, ну да. Окей. Dizik for you, это мой третий левел для тебя. Все просто, все понятно. Это что, какой-то тролловый левел? Нет, не показалось. А это вообще можно пройти? Ладно, погодите, за другого персонажа попробую. Мне кажется, это должен пройти точно. О боже, тут невидимая стенка какая-то. Вот зачем ты ее сделал? Был прекрасный уровень. А ты сделал какую-то чертову невидимую... Это же невозможно пройти, черт возьми! Это невозможно пройти! Эх, невозможно. Чувак, переделай его, переделай. Hello, Dizik, это первый мой уровень для тебя. Лагер Влад. Ну что ж, надеюсь, наверное, название оправдывает. Привет, Dizik, это мой первый уровень для тебя. Поставь оценку. Бай лазер лагер, вот, изи. О боже! Я прошел! Нет! Нет, мины! У меня и так ног нету! Нет, уже ног точно нет! О боже! Знаете, мне понравилось! Я с первого раза ее прошел. Круто! Dizik, go to space, то есть я отправляюсь в космос, да? Мне одному кажется, что это плагиат чего-то. Окей, космос. Мы рождены, чтоб сказку сделать пылью. Преодолеть пространство и простор. Да. Все понятно. На машинке. То есть я тут на машинке должен буду кататься, да? Боже, а почему у машин... Что у машины с колесом, чувак? Почему она у нее... Это, блин, это вообще не машина какая-то. Это хрень какая-то. Боже, почему она прыгает, а не ездит? Боже, все. Так, да что за тролл? Я хочу добраться до финиша. Я доберусь до финиша, зубами цепляйся. Боже, давай. Давай, зубами. Так, куда? Не назад, вперед. Так, куда ты там назад? Фу-фу-фу-фу-фу. Странный уровень. Dizik Minicar, this is map cool, and please go play. Удачи, спасибо. Ну, давай. Попробуем. Hello, Dizik. Hard finish. Наверное, действительно hard будет. Сложно. Так, стоп, мне казалось, это где-то уже было. Там надо было читать, наверное. Видел новый летсплей? Да, это действительно класс. Так, а где мина-то тут? Я что-то не вижу их как-то. А, вон, видно, в арбузах. Ну, какие? Вот это как-то странно. Вдруг я буду выбирать арбуз, а там мина будет. Это как-то странно даже. Страшно, странно.
Я еще и стул сломал. Сейчас пытаюсь запихнуть этому засранцу что-то в задницу. Так, это опасно. Это очень опасно! Ну давай уже прыгай, паршивец. О, блин. Ам, оу, оу. I kill you. Удачи. Так, ну все, вот этот я пройти уже точно не смогу, похоже. Все, я без ног, у меня две стрелы в заднице, все. А нет, уже одна. Это финиш, но уровень, наверное, неплохо сделан. Хотя, возможно, попробую Я попробую еще раз пройти. По лицу, прям по лицу. Господин. О, я прошел. Окей. Отчетов негр меня! Позвоночник. Окей, мой бедный позвоночник. Сейчас попробую. Ать! Ура! Нифига себе большой уровень. Это как-то уж слишком круто. Да. Ну, думаю, давайте я на этом закончу. Да. В общем-то, всем спасибо, кто смотрел это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте комментарии, ставьте пальцы. С вами был Дик. До скорых встреч. Хотя нет, черт побери, я же уровень там всем ничего не прошел. Соответственно, будем проходить. Да, давайте будем проходить. Почему бы он, у меня там 20 минут уже набежало, почему бы и дальше не проходить, согласитесь. Это было бы довольно логично, проходить дальше. А что-то как-то я не прохожу, что-то как-то дальше. Так, арбузы паршивые, ну давайте уже! О боже, мина! Мина, она меня сейчас убьет! Она меня сейчас убьет, давай выбирайте! Фу-фу-фу-фу-фу! А я выжил? Да, конечно, моральный шок, но все-таки моральный... Боже, я ему прям по яйцам проехался. Я ему руку отрезал. Отрезал. Я жестокий человек. Боже, почему ты не в ту сторону полетел? Я прошел. Нан-нан-нан-нан. Ага, фиком. Гоу-г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 оу. Оуч. Финиш. Да, я прошел. Ну что ж, неплохо. Неплохо, ну да, я уже оценил там. Ну давайте продолжаем играть, тут тем более не так уж и много осталось. Думаю, минут 30 будет, но вам это только в счастье, надеюсь. Дизик, привет. Ну привет. Привет, Дизик, тест 1. Ну и что бы это значило? А, понятно. Ха, арбалет, но меня этим уже не удивить. Молодец. Тест 2. О боже! Вот это ненавижу прямо. Прям очень сильно ненавижу. Вот сделали бы тут, не знаю, систему сейвов каких-нибудь. Если вы понимаете, о чем я. Молодец. Не, я не могу это пройти. Извини, конечно, но нет. Дизик, я злой пивовар. О боже, как мой Warcraft посмотрел. Санта? Санта, гарпун, ананас. Нет, Санта, это тут топор почему-то. Что тут топор делает? Я прошел. О боже, что это за шняга такая? Чувак, ты хотя бы какой-то сценарий для этого уровня бы сделал, а то как-то странно. Мой второй левел. Ну давай посмотрим. Виртус. Там этот Виртус Рус. Виртус. Легкий финиш. Ну давайте легкий. Ага, неплохая попытка. Ах ты засранец, как оперативный. Левел 1. Ой. Окей. Фиг тебе, да? Не смог меня убить гарпуном своим. О боже, мне сейчас, кажется, этот застрял, кажется, да? Боже, сынка, ну ты мне мешаешь, честное слово. Ну извини, конечно, но я тебя убил, да? О боже, я же идеально сюда как треугольничек подхожу. Окей, еще раз. Еще раз так. Это будет как в кино. О, нет, меня убили.
Ну, в кино это срабатывает, типа, не попадает гарпун. Да что ж такое тут? Никими-то... Да, нужно было быстрее ехать. Быстрее едем! Джинк! Не получилось, да? Окей, тихонько. Лавируем. Боже, я как корабль только... Да, я как корабль лавирую. Так, ну давай. Быстро шевелим. Ух, слушай, это действительно работает, а? Окей. Дальше идем. Левел 2. Гарпуны, да, гарпуны. Как ты меня мог спину убить, паршивый гарпун? Ух, какой. Гарпун прям паршивый. Дзинг! Сынка быстрее, чем... Ну да, дальше, чем папка. Ой. Окей. Дальше гарпуны, я так понимаю, да? Нет, я не туда сынку кинул, О, боже! А, нет, надо было прыгнуться. Окей. Тихонько. О, боже, о, господи. Боже, почему все время... Как-то богохульно уже получается немного. Черт, нет, это тоже неправильно получается. Ладно, матом ругаться я не умею. Хотя, как умею, но не хочу. Нет, не получится. Так, вот я вижу мину. О, боже, еще одна мина. Нормально, без ног доедем. А, велосипед без меня уехал. Ну и ладно, я больше не могу. Ну, чувак, извини, тоже не хочу проходить уже. Фух. Дизик. Автор Миксер 45. Ну, фантазия прям блещет. А я не понял, что это такое? Я не понимаю. Да. Дизик, вот. Ну, посмотрим. Найми с танком Space Attack. Circle Go. Боже, что это за пулеметный танк такой? И это как-то ужасно бомжей расстреливать из этой шняги. Окей, последний уровень. Макс. Да, странно, как-то прочитать сложно. Ну что ж, это классический уровень, похоже, да. Ну, окей, пройдем его. О боже, это не классический уровень, какой-то... Мейнстримов. Кстати, что? Стоп. Где финиш? Красный это. Нет, там гарпоны, я вижу уже. Думаю, пойду сюда. Я так понимаю, нужно вниз. Я не долетел! Ну пожалуйста, я хочу долететь! Я долечу. Да что ж такое-то? Окей, я пробую еще раз. Окей, так, арбуза, остановите меня. Молодцы, арбуза. Так как и такое могло случиться-то? Как эта гребаная скорость могла меня... Ой, головы лишить. Окей. Окей. Арбузы везде, арбузы. Да, я прошел. Неплохо на 4. Ой. Фух. В общем-то, всем спасибо, кто смотрел это видео. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте пальцы. С вами был Дик. До скорых встреч.